Всем привет! Думаю, у каждого роблоксера очень мучает вопрос, как же получить робоксы бесплатно в роблоксе. И сегодня я расскажу, как же их получить. Надеюсь, у вас все получится. Как минимум у меня все получилось. Итак, давайте же будем потихоньку приступать. А вы обязательно смотрите это видео очень внимательно, так как каждый маленький элемент будет потом выгораживаться. Надеюсь, у вас все получится. Итак, для начала вам нужно зайти в Google, Safari, Opera, неважно какой Chrome, вернее какой браузер, заходим и ищем вот такой вот сайт. Вот, заходим на этот сайт. И после этого здесь не так много есть куда нажимать, просто нажимаем на одну кнопочку, сейчас я покажу какую. И в принципе потом все само случится. Этот способ на 10 тысяч робуксов. Вот, просто нажимаем на клик here, после этого нажимаем на enter here, после этого вас перекинет на страничку. Вот, тут нажимаете тоже клик here for Robux. И сейчас вас перекинет. Вот, вас перекинуло. И здесь мы выбираем, сколько робуксов мы хотим. Выбираем, сколько робуксов мы хотим. Пишем свой никнейм в Roblox. Тут создается ваша карточка. Создается ваша карточка и вот. Все, карточка создалась. Теперь просто нажимаете на лоудинг. У вас здесь все само пошло. Тут подключается уже сервер к вашему Roblox аккаунту. И в принципе больше ничего делать особо и не нужно. Просто после этого выполняем одно задание и получаем свои робоксы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.